Всем привет! Сегодня у нас открылся мировой кризис, и попробуем сегодня сбегать на угольную армию с новым героем, с Фрей. Посмотрим, сможет ли она нам помочь набить 500 миллионов. Урон здесь очень рандомный. Так, вот такой у меня создал. Взял Анубиса, поставил ему специально для архидемона там на 21 волне разброс. Такой вот стрелок. Фрея с воодушевлением. Афинка, которая будет заряжать всех. Тыковка. Ну и ворожей. Побежали. Изначально я всегда тестировал расстановку по центру и решил сделать угловую. Ну тут до 15 волны можно бегать на ускорялке смело. Ну, неплохо, неплохо. Артиллерия летит. Вот 17-я волна. Смотрим. Ну, как видите, Фрея нормально урона так наносит по 500 тысяч. Жестко, жестко. Успели, успели. Вот на этом демоне у меня всегда герои умирают. Ну опять, по-моему, тыковка. Или жива? Не жива, жива. Так, 21-я волна. Вот так вот ведьма зафигачила. Как видите, вот вам минус Фрей. Причем очень большой. 456. Получается, ее голуби остаются где-то вдали. Если оттуда заходит пачка, они на них агрятся. И мы потом имеем проблему. Наши герои просто сливают. То же самое бывает на адском саммите. Они стоят вдали, на них агрятся, и если у вас нету в команде 2-3 стрелка, будет проблемно, есть шанс слива. Поэтому, как видите, Фрея не везде имба. В некоторых ситуациях она даже мешает. Вот сейчас они тут останутся, выйдут новые, видите, все, вот они побежали к этим вертолетикам. В итоге вражеские герои, получается, бьют. И мы имеем проблему. Наших героев просто сливают. Вот как это сейчас будет. 325, 22-я волна, хотя в предыдущей мы набили 456.
Ну, вот так вот, такой вот рандом, как видите. Непонятно вообще. Выходит, нету смысла ставить сюда Фрейю, так как она нам будет с одной стороны помогать, с другой стороны она мешает, потому что герои переагриваются. Ну, ждем полуночи и будем пробовать новый состав. Все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, каким составом вам потестить. Всем пока.